Купить необходимую технику и при этом выгодно сэкономить. Акция скидки до 100% вновь радует горожан и гостей столицы. Уже традиционно только в дисконт-центрах «Эстетехник» и торговом центре «Мегатехника» покупателям предоставляется возможность сэкономить не 1000 рублей. А я купила ноутбук HP за 32 тысячи рублей и вытянула скидку 40%. Скидка составила более 12 тысяч рублей. Ну как у вас впечатление? О, конечно. Я очень рада, и это прекрасный магазин. Здесь очень большой выбор, вот большой ассортимент. И я счастлива сегодня просто. Мы купили гладильную доску. Мы с женой в раздельной стали. Я гладильную доску, она купила плитку. Сколько в итоге сэкономили? Ну, сколько мы сказали? 4,5 тысячи. Как вообще вам такие акции, которые проходят в Мегатехнике? Это вообще здорово. Акция скидки до 100% продлится до 20 августа. Успевайте совершить выгодные покупки и сэкономить на технике до 100%. Эстетехника и Мегатехника радуют и другими акциями. Купив цифровую технику, вы можете получить в подарок смартфон или телефон. Внимание, новинки! Торговый центр Мегатехника представляет новый OLED-телевизор Sony. С ним реальность по-настоящему оживает. Звук излучается всей поверхностью экрана. А это графический планшет «Вакуум». Он позволяет улучшить навыки рисования и поможет создать на компьютере плоды вашего воображения. Просто подключите и начинайте творить. Технологические новинки вы найдете только в Мегатехнике.